Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приемникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Мама только чуть упрямо. В общем, наши взгляды так совпали, что и лучше выдумать нельзя. Да-да-да-да, мы повсюду слышим. Вот это да, подхватили все, кто эту песню слышал. И сегодня миру не согласию. В нашем доме место есть всегда. В нашем доме место есть всегда. Увлекательные библейские истории. Моисей возвращается в Египет. «Это то место, куда они положили умершего царя?» — спросил Джейсон, пристально рассматривая большую фотографию, висящую над камином. «Как же его туда занесли? Где дверь?» Профессор Эпплби поспешил унять прыть любопытного Джейсона. «Не слишком ли много вопросов за один раз?» — десятилетний мальчуган заулыбался. «Все потому, что я никогда в жизни не видел настоящую пирамиду. Только на таких вот картинках». Профессор Эпплби прошел через весь кабинет к камину, возле которого стоял этот юный гость. Несколько минут они молча смотрели на висящую над камином цветную фотографию в толстой деревянной раме. Обогревал комнату и отбрасывал дрожащие тени, танцующие вдоль неровных рядов книг на прогнувшихся от тяжести полках. На любой свободной поверхности, будь то часть стола или пола, наполовину заставленного ящиками, картонными коробками
и потертой мебелью лежали причудливые формы безделушки, брошенные газеты и привезенные из далеких уголков мира сувениры. Старый профессор задумчиво потер подбородок и, наконец, произнес: «Не знаю, насколько полным будет мое описание пирамид, но кое-что, пожалуй, я расскажу. Здесь справедлива пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И действительно, по-настоящему оценить величие пирамид можно только тогда, когда стоишь перед ними в пустыне». «Сколько раз Мэгги Би была в Египте? Держу пари, что много». Из-за угла вышла улыбающаяся Мария. На голове ее была одета золотистого цвета корона. «На моей родине, в Мексике, тоже есть пирамиды. Их построили ацтеки. Однажды я посетила одну из них. Помню, было очень интересно. Скажите, профессор, эта корона действительно золотая?» «Вот рассмешила. Мэгги Би прислал ее 2 года назад из Стамбула. Эта корона всего лишь сувенир для туристов, сделанный из жести и покрашенный блестящей краской. Но она похожа на настоящую, которую Мэгги Би видела в музее». Профессор Эпплби покачал головой. «Моя сестра почти до самой крыши завалила дом предметами, которые ей удается найти во время экспедиции путешествия в Святую Землю. У меня есть вода из реки Иордан, соль из Мертвого моря, песок из Синайской пустыни и верблюжье одеяло из Иордании. Можно подумать, что я живу в музее, а не в старом загородном доме». Из кухни появилась улыбающаяся девчонка. «Привет, дедуля!» — крикнула светловолосая Стейси, рот которой был набит шоколадным печеньем. «У тебя есть молоко?» «Кроме коричневой жидкости в бутылке, я в холодильнике ничего не нашла». «А, мой эксперимент. Я почти забыл о нем. Ты случайно не выпила эту жидкость?» «Нет, уж больно страшно она выглядит. В конце концов, что это? Или я не должна спрашивать?» Профессор Эпплби пожал плечами. «Это грязь». «Грязь? Вы храните грязь в холодильнике?» «Конечно. А что, разве другие люди этого не делают?» «Нет, думаю, что только вы». «Зачем, дедушка?» — неуверенно спросила Стейси, вовсе не претендуя на исчерпывающий ответ. «Зачем тебе в холодильнике банка с грязью?» «Ну...» — протянул профессор Эпплби, еще раз потирая подбородок. «По всей видимости, я сделал это из хороших побуждений. Странно, убейте меня, но сейчас я не вспомню. Возможно, позже». «Когда ты был учителем в школе много лет тому назад, ты всегда ставил такие эксперименты?» «Безусловно. Однажды я пытался узнать, что получится, если перемешать дождевую воду с илом, взятым со дна океана. Как вам известно, в природе они никогда не смешиваются». «Ну и что? Получилось?» — улыбнулся Джейсон. «Получилась грязь», — грустно произнес профессор Эпплби, и тут его озарило. «А, вот откуда в моем холодильнике появилась банка с грязью. Долго же она там простояла. А все от того, что я забросил химию ради истории». Дети переглянулись и рассмеялись. Лицо старика становилось все краснее и краснее. Еще несколько секунд, и смех старика слился с задорным хохотом малышни. После того, как все вдоволь насмеялись, они дружно направились в кухню и, прихватив с собой банку с грязью, выбежали на улицу. Там они вылили безобидный реактив в землю. Возвратившись в теплый кабинет, Джейсон и вся компания приготовились к делу, который, собственно говоря, и привело их в дом профессора Эпплби. Им предстояло прослушать аудиозапись. Мэгги Би, сестра старика, писала очередную детскую книгу. Каждую партию отправленных сувениров она всегда включала одну или две пленки с библейскими историями. Совершая путешествие по Святой Земле, участвуя в раскопках,
Изучая различные культуры и народности, она видела и слышала то, что не раз напоминало ей библейские истории. Таким образом, в конце дня или даже в обед она брала диктофон и записывала историю, основанную на Библии и своих наблюдениях. Дети слушали эти записи по нескольку раз, но новые пленки доставляли им особое удовольствие. Так было и в этот холодный зимний день. Подбросив в камин охапку дров, Стейси, Джейсон и Мария устроились на своих любимых креслах и наблюдали, как профессор Эпплби, их замечательный друг, настраивал свой старенький магнитофон, вставив в него пленку. «Мэгги сейчас в Египте», — сказал он, жестом показывая на картину. «Она записала для нас несколько замечательных историй. Вы готовы, ребята?» «Готовы!» — хором закричали они. Улыбнувшись и кивнув головой, старик включил магнитофон. Вскоре в маленьком динамике затрещал приятный женский голос. Мэгги Би, большая путешественница и любительница Слова Божьего, начала рассказывать еще одну увлекательную историю. Фараон посмотрел сверху вниз на двух стоящих перед ним бородатых мужчин. «Ага! Вот те самые негодяи, смущающие еврейских рабов», — подумал он. «И одного из них, судя по дворцовым слухам, воспитывали как египетского принца и готовили на мое место. Хорошо, этот Моисей вскоре узнает силу настоящего фараона». Слова Аарона прервали ход мыслей царя. «Яхве, Бог Израилев, повелевает тебе отпустить его народ». Губы египтянина скривились в ухмылке. «Да что вы говорите? Яхве? И кто такой Яхве? Почему я должен слушать его? Я не знаю никакого Яхве, и Израиль не отпущу. Его народ — мои рабы». Оскорбление нисколько не смутило братьев. Они держались достойно. «Бог евреев явился нам. Теперь отпусти нас в пустыню на 3 дня, принеси ему жертву». Царь откинул назад голову и разразился грубым смехом. Внезапно он наклонился вперед, ухватившись за подлокотники своего трона. «Отпусти мой народ!» — передразнивал он. «А вы не из робкого десятка. Вам удалось посеять возмущение в среде ленивых рабов, но я быстро утихомирю их работой. Отныне они сами будут собирать солому для кирпичей. При этом они должны делать столько же кирпичей, сколько и раньше, ни на кирпич меньше». Слово фараона — закон. И евреи лихорадочно работали под ярко палящим солнцем, добывая глину, смешивая ее с водой и соломой, разливая смесь по формам для сушки. После укладки кирпичей в штабель они были вынуждены прочесывать поля и берег реки в поисках стерня. Но чем больше они бегали, задыхаясь под тяжестью соломы и кирпичей, тем больше они отставали, тем сильнее хлестали их спины плетки надсмотрщиков. Моисею невыносимо было смотреть на страдания своего народа. «О Боже!» — взмолился он. «Зачем ты послал меня? Я сделал лишь хуже». Все чаще он ощущал на себе недружелюбные взгляды соплеменников. Но Бог ответил: «Жди, и увидишь,
что я сделаю с фараоном? Он непременно отпустит мой народ. Он сам захочет, чтобы они ушли, и выгонит их из своей земли». Моисей и Аарон снова пришли к фараону. «Зачем пожаловали?» — думал фараон. «Они ничего не получат. Этот их бог не может сравниться с египетскими богами. Он не может сравниться со мной, ведь бог — это я». Вслух он громко произнес: «Не говорите мне о Яхве, потому что я не верю в него». Моисей тихонько шепнул Аарону: «Брось свой жезл». Аарон бросил свой жезл, и с ним произошло то же, что и с жезлом Моисея у горящего куста. Он превратился в извивающуюся змею, которая устрашающе выбросила язык. С испугу фараон отпрыгнул назад. Придя в себя, он крикнул: «Чародеи, идите сюда, покажите этим бородатым плутам, что не только они могут творить чудеса». Чародеи фараона поспешили в тронный зал. Змея немало не смутила их. Они разложили на полу свои деревянные палки, вырезанные в форме змей. Едва палки зашевелились, на лицах чародеев появилась ухмылка. Моисей улыбнулся, вспомнив давние уроки по волшебству, которые ему давали в Египте. Фараон самодовольно посмотрел на Моисея и Аарона. Но прежде чем он успел что-либо сказать, змея Аарона проглотила других змей. Покраснев от стыда, фараон гневно крикнул: «Прочь! Все прочь! Даже не думайте, что я отпущу ваш народ!» Чародеи поспешили удалиться, когда Аарон спокойно взял змею за хвост, и она снова превратилась в жезл. Покинув дворец, Моисей снова воззвал к Богу: «Что теперь, Господи?» Бог заверил Моисея в успехе: «Фараон упрям, но он отпустит мой народ. Возьми свою трость и утром навести фараона у реки Нил». Когда взошло солнце, Моисей уже стоял на берегу, спокойно ожидая фараона. Прямо напротив него возвышался величественный храм, посвященный Нилу как жизнедателю. Карликовая в сравнении с массивной постройкой фигура фараона пересекла двор храма в сопровождении свиты. Фараон пришел на поклонение. Моисей подождал, когда фараон подойдет ближе, и сделал шаг навстречу. «Опять ты!» — гневно произнес фараон. Моисей твердо ответил: «Яхве желает, чтобы его народ поклонился ему в пустыне. Ты был упрям и отказался отпустить людей. Теперь смотри, вот я ударю жезлом по воде, и она превратится в кровь. Рыба умрет, и река будет вонять так сильно, что ты не сможешь пить из нее». Затем, по жесту Моисея, Аарон ударил жезлом по водной глади. Кровавый фонтан брызнул в небо. Испугавшись, фараон стал пятиться назад. Вскоре вверх брюхом всплыли мертвые рыбы. Грудами они лежали вдоль берега. Крокодилы выползали из вонючей жижи в напрасных поисках чистой воды.
Жрецы больше не пели гимнов о Ниле, как податели пищи, неистощимом Творце всех благ, несущим свежесть и благоухание. Фараон позвал своих волшебников. «Сделайте же, наконец, что-нибудь!» — закричал он. В ответ на его вопль волшебники превратили в кровь воду, налитую в кувшинах. Но крови было и так достаточно. Фараон же хотел увидеть голубые воды Нила, искрящиеся на солнце. 7 долгих дней египтян мучила жажда. Кругом стояла вонь от дохлой рыбы. Народ, жрецы и даже фараон в смятении смотрели на Нил. Он уже не был подателем жизни, но превратился в источник смерти. Бог снова обратился к Моисею. «Пойди к фараону. Пусть он отпустит народ на поклонение мне. Скажи ему, что если он откажется, жабы заполонят землю. Скажи Аарону, чтобы он простер свой жезл над рекой, каналами и озерами. Как только он сделает это, жабы покроют всю землю египетскую». Но фараон отказался отпустить народ Божий. Несмотря на то, что египетский бог Хапи не поддержал его, когда Нил превратился в кровь, богиня жаб Хекет не могла подвести его. Даже сейчас, в прохладе вечера, из каналов доносилось миролюбивое кваканье. Жабы объявили, что Нил снова вышел из берегов. Их кваканье сообщало, что река вдохнула жизнь в плодородную почву. Когда сойдет вода, на ней вырастут посевы, и в стране будет продовольствие. «Пусть они приведут жаб», — усмехнулся фараон. «Кто же их боится?» Едва фараон подумал так, он увидел, как огромная жаба с выпученными стеклянными глазами прыгнула ему на колено. Кваканье жаб раздавалось все ближе, и спустя минуту они покрыли весь пол. Спускаясь со своего трона, он наступил прямо на груду жаб. Осторожно переступая через них, он направился к своей спальне в поисках убежища. Но, достигнув спальни, он обнаружил этих тварей на своей кровати. «О!» — завопил он, сбрасывая их на пол. Облегченно вздохнув, фараон наконец-то лег на кровать. Но, почувствовав прикосновение к ногам холодного и липкого тельца, он закричал и подпрыгнул. Другая жаба угодила ему прямо в лицо. Стремительно выбежав из комнаты и раздавив на своем пути не один десяток этих омерзительных тварей, он выскочил на улицу. А теперь несколько слов для ваших родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить. По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127-473, Москва, абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды».
Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadezhdy.ru. Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго.